вами поделиться нашим новым реализованным проектом. Это Department Store Luxury House. Мы предложили разработать этот салон в стиле contemporary. Здесь мы использовали очень много латуни, зеркал, золота и пенного дерева. Очень рады, что вы сюда пришли новые посетители, клиенты, и всем им понравился тот дизайн, который мы разработали. Техническое задание этого помещения было создать женскую и мужскую часть. Общая квадратура 1000 квадратных метров. А то, что получилось, вы сейчас увидите. Сейчас мы находимся в женском департаменте, где представлены женская обувь, аксессуары и сумки. В этом интерьере мы использовали мебель, черное стекло и сатинированную латунь. На стенах мы использовали беновое дерево и паталь. И этот интерьер мы разбавили бежевыми диванами в коже. Данная зона – это мужской департамент. Здесь мы использовали уже более аристократические мотивы. Мы добавили диван Chesterfield, который у нас идет более с грубой, состаренной кожи. А также здесь очень красивые настольные лампы, которые у нас выполнены из дерева с красивым абажуром. И в данной зоне мы уже используем не золото, а применяем хром. Сейчас я вас хочу познакомить с Дмитрием. Это директор мужского департамента Luxury House. С Дмитрием мы работали на протяжении, когда проект создавался, его обсуждали. Сейчас мы находимся уже в готовом интерьере. Какие ваши эмоции? Что вы нам расскажете? Здравствуйте. Эмоции потрясающие. На самом деле, то, что получилось, произошло все ожидания. Вот. И картинка получилась только глянцевая, европейская, за что вам огромное-огромное спасибо. Мы новым открыли новую страничку в нашей модной, да. Вообще модной истории Астаны. 100%. Вот. Поэтому огромное вам спасибо, за ваши идеи. Девочки, здравствуйте, добрый день. На самом деле очень переживали, да, за то, что пока это все у нас строилось, пока это все организовывалось. Нам очень приятно, что впервые в Астане вот такой вот шикарный департамент стор у нас открылся. И поэтому я всех приглашаю к нам сюда, там модное место, на чашку кофе, да, где будет очень приятно посидеть, поговорить, пообщаться. Спасибо вам. Да, вам спасибо. Спасибо.